20 ноября, последние дни осени. Вот. Последние дни тепла перед морозами. Вот китайские ставки. Китайская пустынь виднеется вдалеке. Вот. С одной стороны красота природы, а с другой стороны сегодня такой ветер, что вот ощущается мощь природы. И вот мощь стихии. И то, что мы, в общем-то, бессильны перед ее проявлениями. Вот, приходите на конференцию 4 декабря 2021 года. Узнаете правду о том, что происходит с климатом на нашей планете. Конференция онлайн, 100 языков перевода. Синхронного. Приглашены ученые с многих стран, у которых есть что рассказать по этому поводу. Волонтеры из 180 стран готовят материалы к этой конференции, приглашают ученых. Приходите, присоединяйтесь к конференции онлайн. Можно подключиться через YouTube, социальные сети. В общем-то, на многих интернет-платформах будет транслироваться эта конференция. Ну, конечно же, официальные СМИ молчат, им не велено об этом говорить и не поощряется разговор на эти темы. Только волонтеры, которые беспокоятся о судьбе нашей планеты, о судьбе человечества. Приходите.